Привет, с вами Онсайт, и сегодня я хотел просто повыживать. Но Майнкрафт мне не дал там сделать. Так, давайте сломаем дерево и... Стоп. Окей. Допустим. Допустим. Ладно, ребят, не буду вас таить. Вы попали на Майнкрафт, но... Из блоков выпадают рандомные вещи. То есть нам из дуба может в любой момент выпасть алмаз. И это было бы хорошо, если бы он сейчас вышел, потому что я тогда закончил видео, ведь цель нашего видео – добыть один алмаз. Вот, я вам уже все рассказал. Давайте, у нас есть лопата, будем добывать все. У нас даже уже золотое яблоко есть, но даже нет верстака. Интересно, в обычном Майнкрафте бывает, что у тебя нет верстака, но есть золотое яблоко. По логике, да, если ты заспавнился я рядом с порталом. Ладно. А гриб из ада, ну нет верстака. Такое возможно? Хотя по логике, да, возможно. Потому что я видел видео, где пацан проходил Майнкрафт без дерева. Реально впечатляет. Так. Я гений, поэтому мы сейчас заберемся на этот лабиринт. И нам даже не придется его проходить. И тут просто проходим. Я не знаю, если бы я это делал без этого чита, можно так сказать, то я бы делал, наверное, минут 3-4. У нас есть бутылочка с водой. Но зачем она нам? Бутылка с водой, реально, зачем она нам нужна? Допустим. Давайте поломаем пару блоков, чтобы забраться наверх. И вот это. Все. Не говорите, что это не сокровище, а это просто бессмысленное лабиринт. Там иллюзия, как будто пустота. Ребят, у нас такая фигня происходит. Вы от меня отписываетесь в большом количестве. Я не понимаю, что происходит, поэтому подписывайтесь, ребят. Я выпущу вторую часть. Если на этом видео соберется 15, даже 10 лайков, где наша задача будет найти не алмаз, а сделать себе алмазную броню. Может, у меня уже в первой части будет часть алмазной брони, а может, не будет. Хотя не, как неинтересно. Давайте следующая часть закончится на том моменте, когда у меня появится... Что появится? А давайте вы скажете, что появится. И самый пролайканный комментарий я должен буду сделать. Допустим, кто-то напишет, у тебя должно появиться яйцо дракона. И я буду ломать эти блоки до того момента, пока у меня не появится яйцо дракона. И поэтому, ребят, все зависит от вас. А вот насчет подписок, я в шоке. Подписывайтесь, ребят, я не буду говорить. В смысле, не буду говорить. Но где-то примерно 60% людей и даже больше смотрят меня без подписки. Что мне не нравится. Поэтому, ребят, подписывайтесь. У меня, кстати, уже есть идея, что я сниму с вами... На 3500 подписчиков. И поэтому, ребят, нам всего 70 подписчиков осталось. Ну, вообще, изначально осталось 50, но... От меня отписалось 20. Ладно. Что? На этом я свой доклад про подписки закончил, наверное. Готово. Мы поставили яйцо черепахе. И все, это хорошо. Причем, ребят, самый пролайканный комментарий. Не просто я сделаю то, что там просят, но я еще покажу его в видео. То есть человек, который написал этот комментарий, может себя увидеть в видео. Если у всех комментариев будет по 0 лайков, то я выберу сам. И нет, если там кто-то напишет... Земля, то я не буду этого делать, потому что это слишком легко. У нас уже есть 15 земли.
потому что мы слишком быстро ломали опыт. Так, ребят, на самом деле, я думаю, вам не очень интересно, как я все ломаю. Я думаю, вы видели, у меня уже был один момент с монтажом. И поэтому я сейчас вылезу отсюда. И давайте построим большую вышку, потому что у меня есть элитра. И сейчас мы взлетим. Я профи с элитрами, кто не знал. Я прям профи. Сейчас вы это увидите, я разобьюсь. Фишка элитр, что ты должен разбиться уже, да? Я правильно понимаю? Но если да, то я профи в элитрах, да? И это. Давайте теперь возьмем блок стекла и поставим еще его. Ставься. Теперь ставим 2 кварцевых блока. Я не знаю, в этом режиме может пойти все не по плану, не так и так далее. Рубрика. Рандомные вещи из блоков. В этой рубрике может пойти все не по плану. Yes. Видите, как я хорошо обладаю элитами? Вы это видели? Да? Мне только что та фигура напомнила это знак вопроса. Я уверен, что вам нет, потому что я просто отвлекся на минуту. У меня, кстати, я не знаю, когда это видео, в субботу или воскресенье. Короче, сегодня или завтра, то есть сегодня или вчера вышел новый шортс. Знаете, зачем мы здесь? Потому что у меня полсердечка. И там моба. У меня, кажется, есть одна идея, но скоро узнаете. Корректно, чтобы не показывало. Извините. Ладно. Ну что, друг, тоже здесь? Как дела? Посмотрите на меня. Как дела? Посмотрите на меня. Пудин какой-то хлеб на моркови. Я не хочу снова. Я тоже не хочу. Что будем здесь делать? Есть идея? Ладно, я пошел, бро. Я не знаю, как ты. Я уверен, что он спрыгнет через полминуты. Ой. Все, теперь я здесь буду ломать блоки. Фонарь. Своей железной киркой. Надо его будет туда поставить, мне это не очень хорошо видно. Заценить. Булыжник. Давайте здесь будем ломать блоки. И посмотрим, что мне выпадет. Давайте так, я с вами чуть-чуть сейчас поломаю. А потом сам буду ломать. Я говорю, ребят, заранее, что я снимаю уже час. Это для вас это заняло 8 минут, а для меня час. Вообще, к концу этого видео я буду все это записывать уже как 2 часа. Осталось 2 минуты, и это те 2 минуты, для меня 1 минута проходила как полчаса. Давайте выкидываем мусор. Все, плыви мусор. Желаю тебе удачи. Тем временем новости. Новости дня. Мусор открыл новый континент. Ладно, какой я тебе говорю сейчас. Смотрите, его зовут... Я не знаю, как его зовут. Давайте вы напишите в комментариях, как его зовут. А пока что мы будем называть его Боб. Как вам идея? Жду алмаз. А пока что возьму себе алмазный нагрудник. Мне надо Боб. Боб решил топиться. Ну, Боб, мы с тобой найдем алмаз. Я тебе обещаю. Боб, поверь мне, не надо Боб. Нет, Боб. Ради Боба я найду алмаз. И ради вас. Вот алмаз. И ради Боба и для вас я найду этот алмаз. Вот алмаз. Алмаз. Ладно. Сказал бит, ну, что, сочинил песню про алмаз, и можно на этом заканчивать видео. Я очень рад, только вы не видите мою радость. Смотрите на этот костер. Нет, я правда очень рад. Ну, что, давайте на этом заканчивать видео. Покопаю еще пару блоков. Хочу сказать, что у нас скоро еще один мод, но... Узнаете.
Так, а с вами был Алан Сайт. Всем пока, до скорых встреч.